Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю свой марафон по марафон челленджей по классике Resident Evil, издание Director's Cut. Решил все-таки американку взять для следующего челленджа. И пройдем также за Джилл в измененном режиме, только с кислотой. Тут он измененный режим называется Advanced, не Orange, как в японской версии. Но сложность абсолютно идентична. Выбираем Джилл. Так, катсцены можно скипать. Да, тут перемотка быстрее в эмуляторе DuckStation. Нам куда быстрее. Что уж там говорить. И графика поприятнее. Немного. И двери открываются лучше. Как-то быстрее. Играть буду в этом костюме. Менять ничего не буду. Смысла не вижу. Так, куда мы побежим сперва? Ну так же побежим через Г-образный. Нам надо будет взять химикаты. А, нет, стоп. Не сюда надо бежать сейчас. На самом-то деле. Надо было не сюда бежать. За ключом. Да-да-да, точно. Я надеюсь, я не встречу Берри там у Фореста теперь. Мне главное не встретить его там. А встретить его здесь, на втором этаже. Нет, ошибка. Ошибка произошла. Придется переиграть. Так, ну вот, я переиграл до этого же места. Сразу пойдем туда, к Форесту. Сейчас Берри тут не будет. Берем базуку. И надо забрать ключ у Фореста. Для этого его надо отманить. Давай, Джилл, бери быстрей. Так, ну а теперь за химикатами. Можно сразу отстрелять эти 6 гранат, которые
никак не нужны для моего челленджа. Разрывные. Берри! Да, и вот эта встреча с Берри. И он отдает кислотные как раз гранаты. Первая пачка. Так, куда я не буду заходить? Ну, во-первых, сюда не буду заходить. Там больше пострадаешь. Пробегаем собачек. Берем зеленую траву. И зайдем вот сюда. Тут у нас химикаты и трава. Ну и собак много. Надо как-то постараться забрать все. Блин, собаки, конечно, хороший тут дамаг наносят. Охрененный. Да, уже лечиться пора вот. Давай, Джилл, сколько унесем? Собирай. Так, ну это можно скомбинировать. Ага, прыгает. Но главное, надо химикаты взять. Как бы сделать? Ну давай так сделаем. Ага, успел. Лечимся. Еще и третья вылетела. Куда идем теперь? Куда теперь идем? Так, ну на второй этаж мне смысл пробегать сейчас какой вообще? До сейв-рума добраться? Ну, можно. Я, правда, ленту не брал. Там два зомба. Не, не пойдем туда. Пока это не нужно, в принципе. Или надо было сходить. Ну ладно, пойдем к лазарету. Я только ленту сейчас возьму. Сохраниться надо. Да, здоровье Коушен. Хреново. Вот три ленточки. Игрой выданы. Поднимаемся наверх. Попробуем сходить, толкнуть статую.
Как бы это сделать только? А, блин, один укус и все, да, уже смерть сразу. Не хватает. В таком случае придется лечиться. Как же мне их оббежать-то сейчас, а? Давай так попробуем. А, блин, тут второй. А, отвали. Вот они вдвоем идут. Сейчас там третий подойдет. Так, отжил уже Коушен. Охренеть, опять ваншот. Это плохо. Значит, пора лечиться опять. Так, а этот здесь кремень. Ты посмотри на него. Тебя можно как-нибудь обойти-то вообще? Можно. Вот это нехорошо, он тут встал так. У меня нету все аптечек, я опять Коушен. Надо как-то добежать. А тут собаки теперь. Можно еще ленточку взять. Нож убираем. Пистолет убираем. Базуку пока убираем. Давай сохранимся, я не знаю. Попробуем как-нибудь доковылять. Но трудно будет. Очень трудно. Окей, сюда могу. Обратно, конечно, покусают.
Травим щупальцу. И собираем травы. Берем первый гребень. Выбегаем отсюда. Так, куда нам, в принципе, в комнату, где шкаф, можно не заходить. Окей, тут удалось убежать. Нормально. Так, давай тогда за камушком схожу. Или на рояле сыграть сперва. Думаю... А, у меня эмблемы нет пока. Да. Эмблема-то в другом месте. Ладно, тогда пока камень возьму, поставлю. А, тут не камень, тут у нас эмблемы тоже. Камень в другом месте. Это правильно. Можно теперь сбегать в комнату, где Ричард. Мне надо за эмблемой. Давай зайдем к Ричарду. Еще две травы на полу. Места нету. В принципе, можно смешать, конечно. Или пока не буду брать, не знаю. Так, зайду сюда. Двигаем статуи. Берем эмблему. Так, что дальше? Куда дальше? Дальше сюда. Так, теперь. Пошли играть на рояле. За зажигалкой надо сходить, вот что я вспомнил. Ладно, позже схожу.
Берем ноты. Ну и давай сыграем. Окей. Берем золотую эмблему. Ставим деревянную. Ну, а теперь возвращаемся в столовую. Возьмем там сейчас камушек. Берем синий камень. Так, и отнесем его тигру. По-моему, еще мне дадут один гребень за это. А, нет, не гребень, ключ. Ключ, точно. Ключ к змее. Так, ну что ж, теперь бежим. За зажигалкой. Опять через Г-образный. Я выложиться давно хотел. Что-то как-то не добежал я до чулана. Так, ну пока нормально по здоровью. Так, а мне надо только зажигалку же, да? Траву тоже надо. Я вот не помню. Там у нас... А, нет, там еще половинку гребня надо взять. Нет, надо в чулан брать. Окей, успел проскочить. Берем пока вот это. Так, ну и, наверное, сохранюсь. Так, к змее все равно пойду скоро. Так, ну что ж.
Бежим наверх. Открывать еще одну дверь. Сперва зайду вот сюда. Обязательная комната. Берем кусок гребня. Ну а здесь возьмем красную траву, наверное. Зажигалку. Так, куда теперь бежим мы? Куда мы бежим теперь? Выложиться опять надо, да? Даже не знаю. Или хватит мне места, чтобы там забрать все. Может и хватит, кстати. Надо проверить Ричарда. Окей, тут получилось пробежать, здесь получилось. Проверим. Готов ли он? А, нет, еще живой. Ну ладно. Можно сделать смесь себе. Сейчас надо ждать, короче говоря, пока он... умрет. Ну вот здесь вот я буду ждать тогда. Так, ну что ж, проверим, достаточно ли времени я подождал. Да, достаточно. Готов. Так, что будем делать? Ну, можно траву вот еще взять. Одну. Сейчас тут два зомба сразу стоят. Надо как-то пробежать. Еще дело в том, что мне надо сюда вот забежать, в эту комнату. Так как тут у нас кислота еще есть. Вторая пачка. Ровно столько же кислоты, сколько и в оригинальном режиме. Так, ну а теперь бежим к змее. Отлично, удалось проскочить.
Хорошо, если она меня не отравит, но если отравит, ничего страшного, в принципе. Берем вторую половинку. Ждем ее. Где-то тут. Ну давай, давай, иди сюда. Отлично. Отлично, молодец. Дайте пройти. Так, ну а теперь надо бежать к сейв-руму. Все, можно уходить в дом охраны, в принципе. Я так и думал. Пусть меня. Ладно, подлечимся. Так, что теперь? Ух ты, блин. Спускаемся вниз. Забираем оставшиеся гребни. Сохраняемся. В картинную галерею. Зажигалка не нужна. Ключ тоже. Но насчет трав я даже не знаю. Оставлю. Пока оставлю. Сколько у меня лент? 3 штуки, нормально. Бежим в дом охраны. Тут сейчас непросто. Один зомб прям ускоренный. Ой-ой-ой-ой-ой, тут я ошибся. Тут я очень ошибся. И поплачу сейчас за это. Так, ну что ж, давай щелкать картины будем. Забираем четвертый гребень. Ну а теперь бежим
дома храм. Надо сейчас быстро бежать, чтобы меня толпой не загрызли. Так, ну тут я подлечусь. Сейчас две собаки. Вставляем гребни. И удираем отсюда. Берем рукоятку. Ну и травы надо сейчас собрать во дворе. Три зеленые, две красные. Смешаем. Блин, ударило один раз. Ну ладно. Крутим рукоятку. Перебираемся на ту сторону. Еще три собаки. Пробегаем их. Можно взять две зеленые травы. Ай-яй-яй. Ну ладно, добежали до дома охраны. Так, в 001, по-моему, можно вообще не идти. Смысла в этом нет. А бежать сразу к паукам. Ага, щупальца вылезла отсюда. Ну ладно. Да, вот тут у нас лента и книга, по-моему, здесь. Лента-то есть. Ее можно взять, в принципе. Мне надо узнать код на бильярдном столе. Ага, 9:58, да? Интересно. Столько время показывает здесь. 9:58, окей. Так, ну а теперь в сейв-рум. Берем спрей.
Берем пока рукоятку. Спрей можно убрать пока. Так, ну давай еще раз сохранюсь. Так, побежали дальше. Интересно, щупальца снимает. Ну, немного хп она снимает. Так, сперва бежим сюда. За ключом. Комнаты 002. А вот ключ от комнаты 003 хорошо охраняется в ванной комнате. Надо будет сейчас постараться выжить. Ай-яй-яй, быстро он развернулся как-то. Сейчас зажмет меня, да? Нет, ты смотри, просочились. Так, возьмем тут три травы. Зеленых. И побежали в комнату 003. Надо сперва книгу там прочитать, как изготавливать этого джолт рецепт. Тут одна маленькая проблемка. Вот она. Читаем книгу. Вставляем красную. На ее место. Ага, зомб уже мне в спину дышит. Ага, укусил. Сволочь. Ну ладно, подлечимся. Ну, а теперь можно идти забирать, изготавливать Red Gold. В принципе. Вводим код 958. Отлично. И открываем дверь. Берем баночки. Амп номер 2. Теперь в другую банку наполняем воду. Смешиваем с красной. Получаем пурпурную.
Так, набираем еще амп номер 2. Набираем еще одну баночку, берем. Набираем амп номер 4. Смешаем зеленую с красной. Получаем желтую. Желтую. Так. А с чем я ее мешал? Дай-ка я проверю. Я уже запутался. 1 плюс 2 равно 3. А, 3 плюс 4. То есть мне надо еще 4 набрать. Точно. Получить 7 нам надо. Такую вот белую смешиваем желтую, получаем синюю. Так, теперь заново набираем амп номер 2. И набираем воду. Два плюс один, три. Пурпурную, синий. Теперь смешиваем, получаем вот желтый. Ну а теперь спускаемся в подвал. Отодвигаем книжные полки, или не книжные даже, там может быть посуду там. И спускаемся в подвал. Сдвигаем в воду ящики. И берем тут две зеленые травы. Так, ну можно, наверное, скушать. А, нет, нельзя. Да, скомбинируем. Пошли травить корень. Интересно, хватит ли 6 гранат на вторую фазу. Где и должно. Хотя... Сюда мы еще вернемся. А сейчас бежим сохраняться.
Да, бежим сохраняться. Банки можно убрать пустые. Берем базуку. Погоди, откуда у меня 12 гранат? Стоп. А, ну да, все правильно. Все правильно. То есть я еще одну только найду, пачку гранат кислотных. Тоже Берри оставит. Так, я думаю, мне столько смеси с собой не надо. Часть уберу, конечно. Пока можно выложить. Так, ну бежим к растению проверять. Тут у меня есть, к счастью, автоприцеливание. Нельзя его отключить никак. Ну что ж. Не понял. Это я сейчас мимо, что ли? По-моему, я сейчас мимо попал. Так, а вот теперь только помедленнее же. Раз. Два. Три. Три недостаточно. Четыре. Давайте сюда. Быстро. Пять. Один остался. Шесть. Не хватает, да? Получается. Ну-ка еще раз. Может, я не так стреляю как-то? Может, надо верхом стрелять? Так, вот один остается, и у меня еще три выстрела. Вау. Ну да, согласен. Было дерзко немного. Ну где ты? Нет, еще живой. Он еще живой, ты посмотри, не хватает. Ему не хватает. Это плохо. Что ему не хватает все. Это что ж получается, растения все же крепче, да?
Не, не хватает. 7 надо. 6 никак не хватает. Сейчас Джилл вообще промазала. Я просто думаю, может быть, надо верхом стрелять. А, да, действительно. Ты посмотри, даже еще одна остается. Надо было стрелять вверх. Прикольно. То есть вверх больше урона проходит. И ситуация даже сейчас лучше, чем в оригинале. Ну что ж, бежим в комнату управления. Змея у нас может быть усиленная еще. Вполне. Выбрасываем ключик и заходим. Открываем соседнюю дверь. Так, а здесь мы подбираем ключ особняка. Пора возвращаться. Так, сейчас сцена с Уэскером. Так, ну что ж. Сохраняться будем, не будем? Да я думаю, пока нет. За Магнумом мне не надо. В ту сторону сразу к боссу. Нет, там сохранимся уже перед боссом. В принципе, можно пока не убирать. Ничего. А чё я сюда зашел? Побежали.
Ай! Ай-яй-яй. В принципе, пока нормально. Интересно, сколько змея забросит на себя. Да что такое? Под ногами тут крутится. Так, зайдем в этот кабинет. Тут у нас, по-моему, мод-диск. Да, книга в другом месте совершенно будет. Ох, надо подлечиться уже. А то сейчас еще голову оторвут. Раньше времени. Так, тут два охотника. Ситуация осложняется. Так, и вот кислота последняя в игре. Итого у меня получается 13 зарядов на двух боссов. Сейчас на змею сколько-то уйдет. Уберем мой диск пока что. Спрей, наверное, уберем. Так, а что у меня лекарств-то не так много, да? Ну ладно, я думаю, этого хватит. Змею. Сохраняемся. Ну, ленту пока можно скинуть. Так, ну что ж, погнали к боссу. Зацепил. Разочек. Мне надо, чтобы хотя бы 6 кислоты осталось на тирана. Потому что если 6 не останется, то точно не пройду. Змея тут может быть куда живучее, чем в оригинальном режиме. Ну что ж, смотрим. Давай, выползай. А, нормально, такая же. Точно такая же.
И остается 8 гранат на тирана. Нормально. Этого хватит. Так, ну что ж, слазим по веревке. Нам надо забрать батарею. И только батарею. Ну, а диска там, по-моему, нету. У нас вообще охотники. Так, а здесь можно травы взять, кстати. Зомбы тут перемещены зачем-то. Так, ну понятно, это кусь. Кусается больно. Сволочь. Ладно, поднимаемся на лифте. На второй этаж. Я сейчас проверю вообще, что вообще в этой комнате у нас находится. Вот здесь вот. Это что-то как-то вот. Тут обычные же гранаты. Да, тут. А, тут только обычные гранаты, тут вообще ничего не вижу. Понятно. Так, забегаем в библиотеку. А, тут уже книга у нас, точно. Давай, выходи. Надо вот сюда зайти обязательно. И взять тут батарею. Ну а туда за книгой надо сходить. Так, он, по-моему, сейчас будет совсем рядом стоять, зомб. Да. Надо вот этого еще вымыть как-то. Умудриться. А, ну, в принципе. А, ведь тут еще третий подходил. Я успел пробежать. Теперь двигаем статую. Так, берем книгу. А в ней медальку. Ну и все, можно уходить в земелье теперь. Вот тут прям, правда, сейчас укусит меня зомб. Вообще без вариантов. Тем же путем пойду.
через подвал. Ага, задел меня разочек. Но уже поздно. Поднимаемся вверх по веревке. Так, пока вроде нормально все со здоровьем, но мне надо забежать сейчас в этот. Блин, могут голову оторвать, конечно. Нет, успел. Хорошо. Ключ не нужен. Медаль пока можно выложить. Базуку тоже. Берем хилки. Что у нас там по хилкам? Два спрея есть. Берем рукоятку. Ну и ленту. Пожалуй, я сейчас сохранюсь. Вроде бы проходит. Вроде бы проходит. 8 кислоты уж точно должно хватить на тирана. Так, я здесь смогу пробежать? Смогу. Без проблем. Минус один еще. Сперва надо поставить батарею. Собаки тут все у лифта, вот это плохо, усложняет. А вот тут, кстати, удачно собаки расположены. Не спалили, да. Так, пробежим вот эту свору. Пробежим. Так, ну в подземелье ничего особенного, все то же самое практически. Thank you.
сначала сюда. Так, идем с Берри. Ну, там у нас не кислота, 100%. Но спрей забрать можно, кстати. Да, тут разрывные гранаты. И бежим к Энрико. Так, рукоятка, по-моему, у нас у Энрико, да? Вот сейчас вот. В этом режиме. Да. Забираем ее. И валим отсюда. Пробегаем охотников. Так, ну и вращаем тут рукоятку. Можно сохраниться, в принципе. Ох. И, кстати, во-вторых, одобри, пожалуйста, одну игру. Девятый сейф. Так, ну что ж, продолжаем. Сейчас у нас камушек. За камушком, по-моему, красные гранаты. Да. И бежим к боссу пауку. Ну как босс? Мини-босс. На два охотника. Давай. Блюсь на свою паутину. Ты, может, развернешься? Ну и вот сюда вот. О, молодец. Давай еще. Кипит паук. По-жесткому. Так, ну еще может раз, два. Давай, помогай мне. Так, нет. Ну еще разок. А, нет, еще один. Вот, осталось чуть-чуть. Молодец. Прощай. Так, ну надо забежать за медалькой, наверное. Тут спрей еще можно взять. Одну из рукояток, в принципе, можно убрать. Да и спреев мне столько не надо. Медалька нужна, вот медалька, мой диск. Вот это вот все нужно.
Так, ну и сохраниться, я не знаю. Не буду пока сохраняться. Пошли ко второму камушку. Три раза вращаем рукоятку. Вот так вот. А, там у нас синяя книга. Так, а здесь у нас вообще куча. Поэтому места обязательные. Берем ключ лаборатории. И синюю книгу. Так, ну все, наверное, можно валить в лабораторию потихоньку. Возьмем две травы. И вставляем медальки. Волк, орла. Спускаемся вниз. Так, и здесь мы... Спускаемся еще ниже. Рукоятку убираем. Дабы сперва сбегать. Ну, можно в компьютерную комнату. Опять же. Ага, вот тут пробежать можно. Можно было бы две травы сейчас взять. Ладно. Компьютерная комната. Ай, блин, укусил меня. Да, придется подлечиться. Здесь у нас есть еще один мой диск.
Убиваем. Все то же самое. Джон Ада. И пароль Молы. Принято. Теперь B3. Готово. Так, ну я, наверное, сперва сбегаю, сохранюсь. Сейчас зомбы, я не помню, сколько их тут. Ага. Нормальное количество. Применяем колючек. Так, ну можно, в принципе, в операционную зайти и сразу все сделать. В этом месте. Возьмем красную траву. И толкаем ящики, затыкаем вентиляции. Вот так вот. Так, ну и сейчас используем первый мой диск. Залазим в морг. Так, патроны к магнуму мне не нужны. Паскод номер 2. Окей. Так, здесь мы сейчас возьмем зеленую траву, еще ленту можно взять. И надо бы к лифту пробежаться сразу, я думаю. Побольше лекарств возьму. Забегаем в генераторную. Здесь у нас примеры. Так, первая кнопка. Здесь химер вообще нету, но зато и третье помещение.
вот тут вот. Три штуки, по-моему. Так, активируем лифт. Есть. Берем тут батареи. Так, ну а теперь сохраняться. Бежим. Зомбы пропали. Это хорошо. А, лента у меня. Окей. Так, ну по поводу челленджа базуки еще можно было бы с разрывными пройти гранатами. Но там, скорее всего, да. Скорее всего, точно проходится. Их намного больше там. Может быть, даже и не стоит так проходить. Ух, удалось пробежать этого. И этого. Хорошо, Джо, молодец. Так, здесь у нас мод-диск еще один находится. Давай, выходи. Молодец. Нажимаем на кнопку. И берем еще один мод-диск. Так, сейчас пробежать сможем? Нет, не сможем. Ну ладно. Подлечусь тогда. Так, а вот сейчас вот будет самая сложная комната в этой игре. Там 5 зомби, по-моему. Сразу. Или 6 даже. Я уже сбился со счету. Я на квиксейв сейчас сделаю. Мне надо как-то выжить здесь. Ну все. Все, короче, да? Или не все? Шанс есть. Так, вставил диск. Давай назад, Джил. Нету шансов. Зацепил. Все, тут они меня похоронили. Давай еще раз попробуем. Ой-ой-ой! Нет, ну, тут они меня зажали. Нет, нет, нет. Давайте, выходите все в одну какую-нибудь сторону определенную. Чтобы не толпились вы тут, ребята. Так. Ставим мой диск. Есть, давай, давай. Молодец, все, молодец, Жук. Мы это сделали. Так, ну а теперь к тирану идем.
Так, ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Выходи. Да, теперь берем базуку, сохраняемся, идем к тирану. Восемь кислотных гранат должно хватить. По идее, ему 6 должно хватить даже. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну что ж, поехали. Сколько тебе надо, тиран? Раз. Давай смотреть. Два, три. Шесть недостаточно. Ты посмотри-ка. Ты крепкий парень. 7. Окей. 7 так 7. Так, ну и все. Теперь за Крисом и на вертолетную площадку. Так, сохраняться, наверное, я не буду все. Один выстрел остался, но я не знаю. Применять. Даже лучше получилось, чем в оригинале. Но это из-за того, что я в оригинале на растении не пробовал верхом стрелять. Возможно, то же самое было бы. Открываем вот эту дверь, тюрьму. Тюремный блок. И вытаскиваем оттуда Крис. Все, побежали вместе. Так, что у меня там по хилкам? По-моему, есть еще у меня два спрея в ящике. Тут сейчас наверху зомбы. Можно взять, в принципе, две травы. Вот здесь вот. Никто не мешает. Так, ну что ж. Заглянем в наш сундук. Ленту выкладываем. Берем еще два спрея. И все. Бежим тогда к боссу. Один выстрел кислоты есть. Можно будет его хотя бы поприветствовать.
Идем, идем. Вставляем батарею. И поднимаемся на лифте наверх. Так, берем, значит, сигнальную ракету. Запускаем ее. И ждем появления тирана. Вот оно. Так, ну что ж, давай побегаем, наверное. Ай! Ты ударил меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет больно. Удар, от которого невозможно увернуться. Вот этот разгон его. Ну давай, Брэд, кидай ракетки. Черт, еще сейчас пострадаем. Ладно, лечимся. Давай, Брэд. Точно так же, как и в оригинальном режиме. За 40 секунд сбрасывает. Так, ну сейчас я получу, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо отбегать, Джилл. Так, ну все. Получай, говнюк. Так, ну что ж, челлендж пройден. Да, с кислотой игра проходится. И в оригинале, и в измененном режиме. Сейчас посмотрим, какое время. Два часа шесть минут. Ну ладно, в принципе, и ракетницу открыли, и магнум, наверное, бесконечный. Сохраняемся. И вот на этом месте я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в других видео. Всем пока.